Так, на Брянской земле 8 часов 28 минут. Голубей я выпускал 8:22. Но видеосъемку произвожу в такое время. Значит, сегодня 7 октября 2022 год. Английский типлер в брянском небе. Вот, голуби летают дружненько, хорошо. Вакцинацию от Ньюкасла перенесли благополучно, все прекрасно. Вот как-то так. Погодка сегодня у нас супер отличная. Солнце светит. За бортом плюс 9 градусов. Голуби набирают высоту. Летает у нас 40 штучек. Все голуби этого года. Молодняк, так называемый. Голуби долинивают. Линька в завершающей стадии. Вот как-то так.